Розы начинают подозревать, что ноябрь плавно перерастает в март. А вот здесь уже перерос. Здесь уже, наверное, розы чувствуют, что начало вегетации роз. 25 января. Вот разбор колоды. Первая колода, которая ушла в мир иной. Не хватило пчелам корма. Пчел просто не осталось ни капли корма. Вся пчела посыпалась. В колоде чисто, сухо. Пчелы было много. Пчела чистая, без плесени, без ничего. В чем же причина? Вот как пчела погибает с голоду. Все ячейки заполнены пчелой. Жалко немного. Но причину нужно найти. Чтобы сказать, что семейка была слабая, да нет. Нормальная жизнеспособная семья. И корм вроде бы был. А причина вот в следующем. Это расплод. Семья все потратила на расплод. Расплод в январе месяце. Я уверен, что это был у них расплод и в ноябре, и в декабре. И с этой стороны все то же самое. Бывает вот так вот в колодах. Расплод. Честно говоря, впервые наблюдаю расплод в середине зимы. Вот какие вы январские пчелы. Вот так влияет теплая зима. Ну что же, колода есть колода. Эксперимент продолжается. Зимуем дальше. Скорее всего, в пойме все то же самое. Хорошо, что я свои семьи занес зимовник, там у них расплода нет. Да, так что когда я во время облета в конце декабря шутил, что летают и летают как будто бы за водой, они таки все-таки летали за водой. Когда видно, когда пчела облетывается, когда идет целенаправленно, как самолет на взлет, и также прибывает. Видно, что пчелка работает. Я тогда еще пошутил, что конец декабря, пчела будто бы работает, куда ей идти. Наверное, за водой. Такие, да, я был прав. Но все бывает в первый раз. Первый раз и облет на Новый год. В первый раз и расплод в декабре-январе. На пасеке запустение.
отводок, отводок на два корпуса полуукраинской рамки. Так, маленький отводочек. Сыра, сыра улей, пчела. Мыши. Клуб сидит спокойно. Возле передней стеночки. Клуб сидит уже посередине. С кормами могут быть и проблемы. Вот, сидят пчелы. Кормов вообще достаточно. Шло 86 ноября. Ноябрь скоро должен плавно превращаться в март.